Найдите наибольшее значение выражения. Числитель первой дроби. Х в кубе минус y. Знаменатель. Х квадрат плюс 1. Минус вторая дробь. Числитель. Х квадрат умноженное на y минус x. Знаменатель. Х квадрат плюс 1. Если x и y связаны соотношением, y равняется x квадрат плюс x минус 4. Для начала перепишем. X в кубе минус y. Знаменатель. X квадрат плюс 1. Минус вторая дробь. X квадрат y минус x. Знаменатель. X квадрат плюс 1. Наше соотношение x и y будет следующим. Y равняется x квадрат плюс x минус 4. Сразу подставлять y не стоит. Лучше преобразовать. Преобразуем наше выражение. У нас уже есть общий знаменатель. Значит, мы можем вычесть из числителя первой дроби числитель второй дроби. Тогда у нас получается x в кубе минус y минус x квадрат y плюс x. Знаменатель x квадрат плюс 1. Преобразуем числитель. Сгруппируем x в кубе и x квадрат y и вынесем общий множитель x квадрат. Тогда у нас получается x квадрат умножить на скобку. От первого слагаемого остается x, от второго минус y. И оставшиеся два между собой. Тогда у нас получается плюс x минус y. Знаменатель. X квадрат плюс 1. Заметим, что в числителе мы можем еще раз вынести общий множитель, целую скобку. Тогда у нас получается x минус y умножить на скобку. От первого слагаемого остается x квадрат, от второго плюс 1. Знаменатель. X квадрат плюс 1. Заметим, что мы можем сократить. Сократим. Тогда у нас получается x минус y. Теперь нужно подставлять наше соотношение x и y. Подставив, мы получаем x минус y. Вместо y пишем x квадрат плюс x минус 4. Раскроем скобки. Тогда у нас получается x минус x квадрат минус x и плюс 4. Заметим, что x и минус x у нас взаимоуничтожается. Тогда у нас получается минус x квадрат плюс 4. Минус x квадрат у нас меньше либо равен нулю для любых значений в x. Тогда из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что наибольшее значение будет достигаться при x равном нулю. И оно равняется 4. Запишем ответ. 4. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.